Доброго вечера. И вот я готов представить обзор новых бритв, русских бритв с геометрией лезвий, как у английского батчера. Бритвы готовы, заточены. Есть что рассказать, показать, поэтому давайте начнем незамедлительно. Так, сразу начинаю с того, что я сегодня буду делать макросъемку. Макросъемку я сломал все-таки тот клин, который хотел оставить себе. Мне не давали покоя вот эти вот ветки, эти вот штуки. Как говорится, я его начал ломать, испытывать, издеваться. То есть меня раздражали эти вот разгары. Ой, не разгары, не провары, правильно их называть. Вот видите? Поэтому я сегодня буду делать макросъемку, чтобы показать, какое зерно. Потому что кто-то где-то говорил, что зерно крупное у моих бритв. О, вы его тут точно не найдете, конечно, но я все-таки это сделаю, чтобы, как говорится, зафиксировать факт. Так, с этой штуковиной пока все лежит, потому что тут надо другую вогнутость сделать, а это сложно делать и ту, и другую вогнутость в один раз. Поэтому он ждет, ну и запором я еще не решился. Приступаем к обзору уже готовых бритв и начнем с, по-моему, самой косячной. Ох, косячной. Вот эта вот бритвка. Ах, как лежит, да? В оправке-то прям красотка. Прям ух-хэй. Да, клинышек вот такой вот. Темно-синий с рисунком. Это стабилизированная корейская береза синего цвета. Все полировано, все подогнано, все правильно. Но есть минус. Ну, это, наверное, с другой стороны. Вот минус. Вот как я не протер полоски. Это после ремня. Умазал тут я. Залапал. Вот. Видите, заточка, да? Вполне так ровненько. А с другой стороны, вполне так неровненькая. В середине она заужается. Так конкретно прям. Во, во, видно. Хоп-хоп. Где я тут пролетел, не знаю. Смотрю, все ровно. Щупаю, все ровно. Проверяю, ну все ровно, все хорошо. Че она тут гульнула, не знаю. Ну, расстраиваться не стал. Почему? Потому что бритвка отлично затачивается, отлично правится. Если вам нужна бритва не для того, чтобы прессоваться с ней где-то там, то есть похвалиться прям сильно, прям здорово так вот. А для работы, то она вас не разочарует и будет выполнять свою работу, как и положено, как и задумано это. Это одна такая вот с таким косячком. Ну, есть там еще микрокосячок, конечно, уже чисто от меня. От кутюрье. Вот, вторая бритвка, это вот G10 сзади. Такая вот G10. И вуаля. Решил сделать протраву глубокую на бушке. Больше делать не буду. Ну, вот именно для протравы мне надо руки выдернуть из одного места и воткнуть в другое место, чтобы все это было здорово. Здесь глубоко пошла даже лишку, здесь меньше, здесь вообще почти ни о чем. Но чуть-чуть до острия не дошло уже, потому что там, вот, как бы объяснить. Еще подержал бы немного, и у меня уже, то есть лак уже прошибло бы, и острие бы уже накрылось медным тазом. Заточку пошире сделал, не стал ниточки выкобениваться делать. Ну, почему выкобениваться? То есть это красиво, это здорово, но зато тут угол другой совершенно. И я сделал такую заточку на пошире, обязательно, чтобы она хорошо брила. Я знаю, что многим нравится моя заточка. Далеко не всем, конечно, но она заходит. И это нормально, и это правильно. Но мне Игорь предлагал, говорит,
давай мне их тебе бесплатно все зафигачу, заточу, блин, ты чё там, все будет путем. Но вот у меня в ДНК, походу, заложено, что я просто не люблю напрягать людей. Даже если, может, их это не напрягает, а мне кажется, что это будет напрягать, поэтому вот не смог я это сделать. Не люблю я кого-то напрягать своими заботами. Клинышек из того же материала. Все заточки делались, а вот именно на такую вот, на ширину, на меньший угол, чтобы бритье было такое более резвое такое. Не жесткое, резвое. Не вялое, а такое прям, чтобы шик, прям по-быстрому все это сносило. Но, опять же, может кому-то зайти очень даже здорово, а кому-то вообще не зайдет. И это естественно. Это естественно. Да, что-то не показываю. Ну, наверное, кому-то интересно, да? Вот, чтобы пальцы видно было. Вот как, если я хватаю, то я так хватаю. А вот так уже с двумя пальцами здесь просто мало места. Ну и не мое это, там два пальца утюхивать. Надо вот так, чтобы было. А вообще я бреюсь вот так, как комиссори. Вот это мое положение бритвы. То есть без проблем совершенно. Ладно, неважно. И вот заказная бритовка, Виктор. Принимайте работу. Как договаривались. Сделал все так, как договаривались. Я очень переживал, что клин может вот так вот гульнуть по заточке. Я знаю, что ты берешь для себя бриться. Не куда-то там ее выпендриваться. Вот тебе заточил вот так вот. То есть все зашаркано от ремня, конечно. Блин, такое ощущение, что там царапины. Ну, неважно. Вот. Вот инициалы ваши. То есть сделал бритву так, что затачивал так, чтобы она работала. Чтобы, ну, с ней не ходить там по улице или там в Ютубе там, вау, смотрите, какая там у меня бритвка, какая там у меня линия, какая тут еще что-нибудь там. Нет, для работы. Именно для работы. Вот. У меня у самого бритвы тоже, правда, не клин, к сожалению. И она тоже у меня с широкой заточкой, в общем-то. Там хотя вогнутость одна вторая, но заточка широкая из-за того, что я занижаю угол, чтобы она веселее брила. Ну что, все сказал, не все. Сегодня, кстати, Игорь обещал бритовки в сравнении показать. Игорь, который затачивает мои бритвы, который знает, ну, любые затачивает, но он просто мои знает, какие они, как их затачивать, на чем затачивать. Это очень такой процесс, я вам скажу. Технология. Вроде бы все просто. Вроде 2 плюс 2, а влезешь, а там 2 плюс 2 умножить на 7 в корне из 4. Вот так вот. Он сегодня, не знаю, получится, уж не получится, обещал сделать... То есть, как бы такой тест, что ли, соревнование между какой-то французской бритовкой и не знаю какой. По-моему, еще моей даже. Может, даже дамаской. В общем, не буду говорить, потому что я не люблю говорить, когда не уверен прям на 100%, а 99%, если даже. Я уже сомневаюсь сам. Сомневаюсь не то, что, чтобы вам еще это утверждать, как бы. Вот, что дальше? Дальше я сейчас буду делать заказ в Европу. А я уже его начал, и уже так успешно все продвигается хорошо. Вот, там, кстати, тоже клинышки запросили. Вот такого же типа. И поэтому гоню, хоть какие-то деньги бы срубить, потому что у меня вот время от времени такие моменты возникают, что прямо уже надо закрывать это производство бритвенное. А не хочется его закрывать, потому что это производство, блин, у деда моего не закрылось, блин. А я закрою.
Вот тут мне поэтому и не хочется. Да и дело мое любимое, потому что тоже. Вот это во-вторых. Вот. Но он вот на грани, как бы вот продолжать или завязывать, совсем. Потому что завязывать нужно совсем или никак. Вот так вот. На будущее, что я буду делать, я пока не скажу, потому что я сейчас, когда доделаю заказ, я буду делать все работы над тем, чтобы у меня плоская шлифовка там была, то есть как надо, правильная, и так далее, и так далее. Такие вот нюансы, чтобы новые модельки выпускать, а не вот делать того, какие модельки у меня заготовлены заранее. Так. Ну что ж, в принципе, мне много есть, что сказать, рассказать, показать даже. Очень много, но то есть я не хочу занимать это видео всеми этими делами такими, потому что если вы тут как усядетесь, то он как фильм полноценный будет трехчасовой, то есть попкорна надо закупать, то все, а я вас не предупредил об этом, чтобы вы это сделали, поэтому, пожалуй, завершу обзор и вот встречайте бритовки на сайте, будет, естественно, подешевле. Просто из-за того, что вот эстетически проиграла, да. А в остальном все будет хорошо. И все. До увидов. Покажу, если что.